Итак, быль, случившаяся с автором в ЦЧО. Это Центрально-Черноземная область. Примечание. Стихотворение, бичующее разврат. Пришел я в гости, водку пил, хозяйкин сдерживая пыл. Но водка выпита была, меня хозяйка увлекла. Она меня прельщала так: раскинем с вами бивуак. Поверьте, насмешу я вас, я хороша, как тарантас. От страсти тяжело дыша, я раздеваюсь, шурша. Вступив в опасную игру, подумал я, а вдруг помру? Действительно, минуты не прошло, как что-то из меня ушло. Душою было это что-то. Я умер, прекратилась органов работа. И вот, отбросив в жизни груз, лежу прохладный, как арбуз. Арбуз разрезан. Он катился, он жил, и вдруг остановился. В нем тихо дремлет косточка блоха, и капает с него уха. А ведь не капало когда-то. Вот каковы они, последствия разврата.